Добро пожаловать, божественный Монтесума. Мы пали ниц пред твоим величием. Да ниспошлют тебе небеса великие блага во все дни твоей жизни. Ты вождь могущественного племени ацтеков. В 12 веке они перекочевали из утраченного дома на севере на центральную Месу, в самое сердце будущей Мексики. Ацтеки были одним из многих племен, боровшихся за земли вокруг священных озер Текскоко, Ксальтакан и Зумпанго. Но всего за два столетия, благодаря умелой дипломатии и воинской доблести, ацтеки добились господства в Центральной Америке. Империя ацтеков простиралась от моря до моря и пала лишь под натиском заморских демонов, проклятых испанцев, ибо те принесли с собой невиданное прежде оружие. О, великий вождь Монтесума! Твое племя призывает тебя вновь выйти на тропу войны. Подчини врагов и соперников и даруй благоденствие твоему народу. Сможешь ли ты создать цивилизацию, что выдержит натиск времени?
Мощь царя превышает человеческую.
Добро пожаловать в эпоху Средневековья. Thank you.
武勇の誉れ高き貴殿にご挨拶を申し上げたく、さらに公正かつ公平なる連携を心よりお願い申し上げまする。Thank you.
Добро пожаловать в эпоху Возрождения.
措置か。聞かせていただこう。Если вы подберете дворовую собаку и накормите ее,